Salom o'rtoqlar, sizlar bilan Abzor Time. Bugungi seriyamiz noodatiy formatda bo'ladi. Ya'ni biz bugun ASPM Motors'ga bostirib boramiz, mehmon bo'lamiz. Borib, nima ishlar bilan shug'ullanishayotganligi, qanaqa proyektlar hozir, qanaqa proyektlarning ustida ish olib borayotganligini ko'rib, bir suhbatligini olib kelamiz. Ketdi. Motorsga keldik. Kech bo'lganda hozir bularni ham bezovta qilib, bu yoqda hozir mana keldik. Ulug'bek aka kunchikimizni hamma taniydi. Bu yerda mana Jahongir, bular mana sizlar o'tirishdi. Rahmatullo aka, o'zimizdan kunchik. Sasha aka nonlari keldik. Hozir mana как раз bitta korobkani ochgan ekanlar. Bu noyob korobka. Korobkaning otini nima deysiz Ulug'bek aka? Segmentalni korobka, bu O'zbekistonda hozir 4 dona ekan. Yo'q, bunaqasi emas. O'zi 4 ta 5 ta sportivniy mashinalar bor. Segmentalni kulachkovli mexanizm deb shunaqa ishlaydigan korobka. Ну, shundan bittasi bu. Именно ваз, переднеприводный ваз машинасы үшін бұл ягоны. Бұдан башқасы yo'q, bitta proyekt qilingan. Shundan zarar. Mana ustakamizni hozir tushuntirib beradilar bu korobkalar to'g'risida. Эта коробка, она у нас в единственном экземпляре. Также нам получилось достать от нее запчасти дополнительные. Суть в этой коробке такая. Это полностью сегментально-кулачковая коробка. Сделана, еще раз, в единственном экземпляре. Но были сразу подготовлены дополнительные к ней запчасти. Делал ее Пузырев. Значит, смысл этой коробки. У нее нет никаких синхронов. Это как вот в обычных коробках, да, то есть если сравнивать обычную коробку, вот, и прямозубая, вот, это чистый спорт. Значит, имеет она вот такой кулачок. Работает это вот так. Работает это вот так. То есть чистый зацеп и поехали. Никаких синхронов, ничего нет. Это тюнинг. Тут имеются муфты, тут имеются синхроны. Ненадежно, очень ненадежно. Для спорта не пойдет, это просто, скорее всего, тюнинг. Это вот все говорят. Если говорить о спорте, нужно ставить такие коробки. Но бюджет этой коробки, конечно, очень дорогой. Вот. Как-то получилось, что эту коробку будем собирать. На этапе вторая такая же. Вот. Коробка эта тоже кулачковая, но поисковая. Принцип как у обычной. Шестиступенчатая, да, спрятана в стандартном корпусе, 6 передач. Но работает как обычно. То есть первая, вторая, третья. А это работает именно по принципу сегментала, то есть как на мотоцикле. Каждая передача щелкается там вот раз. Ну, сейчас она в разборе, поэтому не переключается. У нас есть тут маховики. Тоже вот они спортивные. Это не обычные гражданские, именно спортивные маховики. Это алюминиевые с проставкой. Это относится именно к спорту. Есть стальные маховики. Вот. Тоже для спорта. Ну, и есть вот такие вот алюминиевые. Что от них бывает, когда отрывает корзину. Вот видно, да, все, болты все отрывает. Спорт крутим много. Вот. Нагрузки ничего не держит. Что вам еще? Всегда рвется в самом слабом месте. Рвется слабое место. На данном этапе у нас вот сбор, как говорю, коробки. Работы много перед кольцом. Постараемся выпустить автомобили. Также вот здесь у нас всякие кучи запчастей. Не знаю. Вот такая штука. Как-то так. Как всегда.
Смотрите, заезжайте, приходите в гости к нам. Всегда всем рады. Народу много. Будем рассказывать всю правду. Да, будем рассказывать правду. Нам нечего скрывать. Hozir o'zlaridan so'radik. O'zlari ozgina gapirib beringlar bu mashina to'g'risida. Это проект для дрифта. Значит, клиент что хочет получить? Хочет получить мощность снизу. Здесь что, какие решения мы сделали? Значит, будет стоять медный радиатор по мотору. Стоковый 1.5. Головка недоработанная. Выхлоп был заказан. Коллектор сам был заказан у Арифа, это гараж 220, турбина TD-04, ресивер Stinger, сейчас на данном этапе варится интеркулер, будет стоять спереди, но под решеткой, то есть машина должна быть незрачной, но дрифтить. На этой машине мы установили также тормоза от Lassetti, будут установлены два полуковша. Вот, значит, на данном этапе мотор полный, ну, мы полностью собрали, ждем, вот говорю же, интеркулер, что еще, также будет заменен бак, газ-педаль, ну, очередная, как вот, обычная работа, также мы переделаем проводку, ну, и, в принципе, что, ну, и так, наверное, гидроручник. Эта машина нам приехала... такими условиями. То есть у нас были здесь определенные условия. Нужно было подготовить. Начали с подвески. Полностью сняли подвеску, перебрали. Машина после покраски, значит, сейчас будет устанавливаться гидроручник, сиденье, бензобак, крепление аккумулятора. Полностью переделаем опять же проводку. Еще разных много ништяков. Данный автомобиль нам приехал для установки коробки, так как она была куплена, мы его сейчас полностью собираем, как бы постараемся подготовить ее к кольцевым гонкам. Этот автомобиль тоже для гонок, но это, как я и говорил, для того, чтобы просто подрифтить на закрытых площадках. То есть наши автомобили, которые мы делаем, стараемся, чтобы они ездили именно на закрытых площадках, как бы люди, чтобы получали удовольствие. Вот. Так они хотят построить BMW в плане именно кольцевых гонок по регламенту. Сейчас полностью все разобрали. Также вот здесь они снимают полностью шумоизоляцию, будут варить каркас. У нас здесь на самом деле много проектов. Есть Москвич проект. Этот Москвич тоже интересный проект. Полностью стоковый Москвич. Мотор свой родной раскачан до 2 литров, установлены дросселя. Вот, тоже такой проект. Тут вот проект у нас именно для езды месить грязь, как все любят. Тоже вот такой проект. Автомобиль полностью подготовлен, установлен каркас, полностью люфтованный, резина. То есть такой вот проект. Это вот обычный 16, я его тоже собирал. Ну и там вот много машин разных есть. Такие вот ленты, приоры. Проект тоже интересно. Она стандартная на занижении. Установлен 128 ресивер. Человек каждый день на ней ездит, как бы получает свое удовольствие. То есть каждому человеку то, что по душе, то и делает. Приехал я в этот сервис механик. Начальство сервиса, на самом деле, крутые ребята. Огромное им спасибо за то, что предоставляют столько помещения. Вот. Опять же говорю, всем желающим пообщаться, приезжайте, пообщаемся. Чем смогу, помогу. Заезжайте. Вот Оля Славля, Асипиан Моторсиде, Хозе Берка, Азина. Bizga mashina tayyorlab turdi, o'shanga maslahatga keluvdi i orada bitta video qolishga qaror qildik. Haqiqatda kuchli ustaxona ekan, hozir ko'rdim, mana detallarni polni tanishtirib, hamma narsani ko'rsatishdi bizga. O'shanga sizlarga maslahat berardi, mashinaga ustaxonalarga kelib, mashina yig'dirishinglarni. Bular faqat sport emas, oddiy grajdanskiy mashinalarni ham qilishadi. O'shaning uchun kelinglar.